Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует развлекательный канал «Помидорка за решеткой». Меня зовут Бакшти Дмитрий. Мы продолжаем проходить ризм. Мало-помалу, на самом-то деле, подходим мы к завершению игры. Нам осталось-то от последней детали доспехов собрать их воедино. Да, снизвергнуть титаном. Вот и все. Так, но перед этим мы давайте-ка отоспимся хорошенько. Это раз. Два. Мы набрали между тем 30 очков обучения. Мы сейчас их всех все сольем к чертовой бабушке, кроме 5, которые я оставлю на всякий случай. Так, этот сундук мы открывали? Открывали. Во время, наверное, нападения, да? Ладно, ложимся спать. До утра. Замечательно. Так, да, во-первых, мы до максимума поднимем огненный шар. Сейчас пойдем. Денег у нас до хрена. Слушайте, а за 10 тысяч... за 10 тысяч золота, по-моему, достижение какое-то дают. Давайте пока не будем учиться. Так, подожди. Абракс, мне нужны зелья. Давайте-ка мы им продадим сначала всякую дрянь какую-нибудь. Посмотрим. Ну, просто интересно мне. Мне чисто интересно, дают ли ачивочку за это. Так, давайте тогда все продадим. Железная руда, обсидиан. Есть контакт. Так. Вот это тоже к чертовой бабушке. Вот это все. Так, здесь щит повелителя титанов. Офигенный щит на самом-то деле. Но он все это комплект. Так. Все, по-моему, да? Ну-ка, достижение есть за 10 тысяч? Нету. Ну что, тогда давай мне зелья. Какие есть? А есть у тебя много всяких, всяких. Вот эти давай, вот эти давай. Давай мелких маны тоже. Давай вот этих вот. Это вообще и ману, и здоровье повышает. Давай вот этих вот. 6 тысяч. А почему не слинь, да? Нет, нахрен мне эти нужны. 4,5. Все, покупаем. Так, Игнатий. Дон Эстебан знает, что случилось. Точно, мы же не говорили с ним еще. Знает, что случилось. И что он сказал? От него помощи не будет. Да, это похоже на него. Так или иначе, мы вынуждены рассчитывать только на свои силы. Ага, я еще поговорил с комендантом Карлосом насчет Инквизитора. Я поговорил с комендантом Карлосом насчет Инквизитора. Он не станет нам мешать. Значит, я думал о нем правильно. Это хорошо. Так, зашибись. Все, давай мне. Научи меня, Давай, давай, давай. Шар огня. Последнее Покажи обучение. Мне, как наколдовать шар? Теперь ты овладел энергией огня. Ты одно целое со своим кристаллом. Никто больше не может раскрыть тебе новых его секретов. Ну и зашибись. Так, завершить. 20 очков обучения мы потратим на... На что я там хотел? На обучение посохом. Свитки мне не нужны. Мана, бой с посохом. 3. 10. Ни хрена себе, подождите. У меня 20 очков. Давай-ка ману мне на пятачок. Я хочу... Очисти свой дух и представь себе рак. Это мы все слышали. Да, и давай бой с посохом мне на троечку. Научи меня бою с посохом. Ты должен улучшать свою боевую технику. Ты должен использовать весь потенциал своего оружия. Ты продолжаешь атаковать своих противников в лоб. Я прав? Это позволяет врагу парировать твои выпады, и ты зря тратишь силы. Попробуй вместо этого атаковать сбоку.
Так я могу удивить своего противника? Да, также ты можешь использовать инерцию от своего первого удара, чтобы нанести следующий крепкий боковой удар. Ну и зашибись. Контратаки. Ладно, с этим. Это все, конечно, хорошо, но очков опыта у меня мало. Так. Ману я поем. Короны героя у меня нет никакой. Так, все, сохраняюсь. По сути, я взял все, что мне надо было. Огненный шар на максимуме. Печати. Я оставил 5 очков, если что, вдруг. Если что, вдруг какое-нибудь чудо случится. Но оно, видимо, не случится, потому что я действительно уже подхожу к концу. И при этом... Мне еще 25 аж нужно мудрости. Так, давайте телепортироваться на восточный берег. Ну-ну-ну-ну-ну, северо-восточный храм Телемаха. Подождите. А может мне легче к северо-восточному храму? Так, не то. Вход в гробницу жрица. Так, ну давайте к северо... Да ё-моё, запутался. К северо-восточному храму сначала. Там оно, по-моему, поближе будет. Хотя могу ошибаться. Да, я ошибся. Это надо по другой тропе идти. Ну ладно, бог с ним. Это вот мне туда, наверх надо. Ладно, отсюда даже, по-моему, ближе будет. Так что ничего страшного, по сути, не случилось. Просто пробежимся. По воде он бегать не умеет, насколько я понял. Так. К Элдрику мы еще, естественно, будем возвращаться. А теперь нам надо... Надобно вот по этой тропиночке наверх подняться. Ну все, понятно. Ой, тихо. Это было достаточно быстро. Что-то лежало? А, ягода. Можно было, конечно, заморочиться самому, сделать себе банок, склянок. Ну, во-первых, вина мало. Во-вторых, ну его нахер заморачиваться, денег... Деньги нам на что еще? У меня еще 5000. Зачем они мне? Больше незачем. Пошел, пошел. Не останавливаться. Ага. Так, подождите-ка. Давай-ка по верхней тропинке пойдем. Мы же туда так и не забирались, по-моему, да? Ну вот, огра. Сохранюсь. Лови, падла! Ух, почти моментально стреляю теперь. Шикарно. Смотрите, как быстро. Бегут лишь трусы. Да я не бегу. Зачем мне бежать от тебя, подлеца? Так, еще даже скляночки подбираются, находятся здесь. А что у нас тут? Сундук с сокровищами. Мне нужна отмычка. Да не нужна тебе отмычка, тебе нужна заклинание. И что у нас внутри? Внутри у нас столовое серебро, сломанный двуручный меч, среднее магическое лечение, бла-бла-бла, какой-то артефакт нашел. Амулет, ловкость, сила, нахер не нужны, еще и золото. Нормальный такой сундучок.
Слушайте, по-моему, я правильно сделал, что наверх пошел, потому что внизу выход из пещеры, из вулкана, в котором мы были уже, да? Бегали там за охотниками, за ящерами. Щогр. А вот эта пещерка, по-моему, ведет именно туда, куда мне надо. Минус один. Ну, а там их три вообще. Я вообще могу из-за этого подземелья нормального опыта словить, оказывается. Бегут лишь трусы. Да я не бегу, дурень ты. Я просто атакую издалека. Так, зачем-то выпил второе зелье. Я думаю, сейчас ящеров встретим каких-нибудь, проверю эту атаку боковую. Ну, то, что мы изучили с жиру. Бой на посохах. Хотя, наверное, лучше надо было ману все-таки. Эх, я. Тем более на посохе аж 10 очков потребовалось. Ну, а так бы маночки стало еще на 10 больше единиц. Скорпион, лови. Еще один. Еще два даже. Ну, так и знал. Пей ману. Не пей ману, в смысле, собирай грибы. Ману пока пить не обязательно. Да, видимо, это та пещера, которая мне нужна. Сохранюсь. Так, а вот здесь вот, конечно, интересно, куда надо идти и так далее. Так, вот это все добро вот больше собирать не буду, не хочу. Лечебная трава, да что же, не знаю, на кой хрен она мне больше нужна. Ну, я имею в виду вот золото, обсидиан, вот это все добро я не буду больше собирать. Ух. Этих тварей я аж с двух тычков теперь валю. Быстро, быстро я как-то. Так, подождите, давайте. Давайте-ка я лучше вот пока этими баночками попользуюсь. Что это за проход такой? Нет, здесь нет никакого прохода. Так, сохранюсь. Или все же есть? Карта области у меня присутствует. Ёшкин дрын, так я же отсюда. Твою мать, я же здесь был. Ага, подождите тогда. Тогда подождите, так. Карта заданий. Не понял. Почему карта заданий не высвечивается? Что за нахер? Из-за того, что я в пещере, что ли? Я ведь был здесь, правильно? Или мне кажется уже? Ну, карта-то у меня откуда-то есть. Да не, я здесь был, все, помню. Вот как раз последняя серия я здесь был, ё-моё. Это что за секреты такие? Что такое вообще? Вот. Так, значит, это мне западный нужно найти все-таки храм. Значит, я... Не оттуда вышел, не там вышел. Так, а зачем мне телепортироваться? Давайте я здесь пробегусь тогда, сохранюсь. Побежали. Там, правда, подниматься придется. А, подождите-ка. Или не придется, или это один, или это одно и то же место. Ну-ка, ну-ка. Или вот он, вот оно. Точно, точно, точно. Ну-ка, шестерочку. Вниз. Мы ж тогда отпустили.
дверцу сверху, а внизу мы, по-моему, не были тогда. Проверю. Ё-моё, были, видимо. Так, подождите. А, я, значит, там внизу не был. Да. Или тоже был, опять ошибаюсь. Могу. Я могу. Так. Ну, я чуть не помню, что мы сюда заходили. Да, все. Это одно и то же место. Один и тот же храм. Скрещенный, грубо говоря. А мы его чуть не проворонили. Ну, сейчас бы блуждал в потемках, если бы не вспомнил. Так, там дядьки эти сраные. Элитные войны всякие. Да еще и много, так как... Да выпрыгивай, ё-моё. Фу. Я думал, застрял. Давай, пробуем. Оп. Оп. Опа. Подходи. Ни хрена не видно. Блин, ну конечно, прикольнее стало драться, но особо-то легче от этого не становится. Да. Они меня еще и убивают, зараза. В общем-то, силёнышек мне не хватает, чтобы на посохах хороший урон выдавать. Так, но зато мы нашли храм последний. Так что ничего страшного нет, сейчас как-нибудь да выживем. Получай. Получай. Нехрен. И ты получай. И последний раз. И ты получай, падла. Последний остался. Хрен тебе. Да ё-моё, застрял в чём-то. Фу. Он прыгнул, и я его убил. В чем-то застрял. Конечно, здесь архитектура та еще для ведения битвы. Для ведения боя. Но да бог с ним. Ну вот, пока эти маленькие скляночки как-то не страшно тратить. Совсем. Больших, потому что много. Еще трава. Так. Мне нужна отмычка. Да не нужна тебе отмычка. Ты же супер-мега-маг. Что внутри? Всякое дерьмо. Так, что здесь у нас слева? Бюст. Бюст я вижу сразу. Понятно. Почему-то, когда левитации херачу, оно не закрывается сразу. Ух, ёпта, забыл совсем. Сейчас бы меня на шампур посадили, вот было бы некрасиво. Вид довольно хрупкий. Ну, руш тогда, чё ж так. Чё ж ты. Руш. Давай. Молодец. Шахтёр, блин, он в этой... Ух ты, ёптвою.
Давай, родной, иди сюда. А чё ж шипы не поднимались, когда она на них наступала? Ну, вот эта тварь. Интересно. Так, ну, не настолько, чтобы залипать. Раз, два, последний раз. Есть контакт. Вот эту пещеру, если честно, я совсем не помню. То есть, если я предыдущие я как-то припоминал, что да как, то это совсем не помню. Ну-ка, Амглор, как у нас бьется теперь? Ну, разве что быстрее. Ну, в смысле, быстрее залп фаерболов выпускаю. А так, по сути, все то же самое. Так, а вот он еще один. Слушайте, кажется мне, что за мага легче проходить, чем за воина. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, когда вот раскачался более или менее, да, оно как-то спокойнее. Да, ты отходишь, все такое, но банок тратишь много порой. Но на все это есть деньги, на все это есть средства, как этот говорится. Замок слишком сложный. А, вот, да и фаербол, когда на максимуме, он, конечно, решает. Я не знаю, как там будет со льдом и с магическими зарядами, но вот фаербол вполне себе достойно показывает. Так, а что нам здесь нахрен надо, ё-моё? На кой черт я вообще сюда забрался? Кто-нибудь скажет мне? Может, здесь есть какая-нибудь дыра для Наутилуса? Ну, я ничего подобного не вижу. Так, ну-ка дай-ка мне света побольше. Нет, не вижу ничего. Просто какая-то каморка. Так. А, ну вот, смотрите, для Наутилус. Местечко. Свиток. На кой хрен мне свиток? Продам. Если вообще понадобится. Покатились в покатушке. Ёперный карась. Ну опять. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Да ё-моё. Мортарес, ты кто такой, ё-моё? Ты труп, Мортарес. Шашлык. Ящерный шашлык. Так. А, меж тем взял еще один. Еще один бюст. И теперь по тому же принципу сейчас отсюда будем выходить. Только я сначала подлечусь, естественно. Возьму вот эти грибочки, которые аппетитными своими синими шляпками смотрят на меня и пырятся, и пырятся. Я не знаю нахрена, но просто вот, просто беру. Так, бюст короля. А, так, семерочка. Давай ко мне, родная. Ну все, есть контакт. Дороги теперь за эти решетки нету. Выставляем бюст короля. Раз. Два. Конечно, примитивные такие загадочки, но они делают игру интереснее. Жрец, нежить, лови, родной. Чей фаербол, Чак Норри с ней. Иди сюда. Выходи, подлый трус. Ох, еще один. Хрен вам. Вот это больно. Я чуть не сдох на самом-то деле. Фу-фу-фу-фу-фу. Тихо. Последний выстрел. Все.
труп. Последние банки между тем допиваю. Маленькие. Что маны, что здоровье. Он так как-то думал, что не потрачу. Спрашивал, на кой хрен мне эти банки здоровья? А нет, видите, как тратится все равно. Но правда, больших еще много. Камень телепортации появился. Так, грибы. А, что еще здесь есть? А, вот, все, шлем. Все. Элдрик должен перековать доспех Повелителя Титанов. Ну что ж, тогда почапали к Элдрику. А... Ну, ладно, к восточному берегу. Наконец-то доспех собран, ё-моё. Четверочка. Погнал. Втопил. Форсаж. Давай, руби мясо. Руби мясо, руби мясо, руби мясо. Хотел бы я в жизни так хоп и ускорился. Еще лучше фаербол. Ну, правда, на кой хрен мне фаербол, не знаю. Ну, по телеку бы показали. Так, Элдрик, я нашел часть доспеха Повелителя Титанов. Ты можешь его починить? Я нашел часть доспеха Повелителя Титанов. Ты можешь его починить? Починить? Доспех? Тебе стоит обратиться к кузнецу, а не к друиду. Мне нужна помощь не с металлом, а с магией. Ясно. Пойдем починим его. Ну, пошли. Так быстро и бескорыстно. Элдрик, Элдрик, ты мне нравишься все больше и больше. Не зря я тебе отдал твою дубинку. А моя покруче, моя стильней. Не пафосней. Моя дубинка круче мне в спину входит, чем твоя. Вот. Здесь мы можем починить доспех. В кусты какие-то привел? Дай-ка мне часть. Забирай. Вот доспех. Отлично. Начнем же тогда. Ну давай. Чини. Ну что, Всё починил? Готово. Как-то быстро. Что было разделено, вновь стало единым. Вот доспех. Как пальцем щелкнул, ё-моё. Опа, и уровень новый. Блин, лучше б не опыт, сейчас о мудрости давали. С заданием, которое тебе предстоит. Ну, спасибо. Ох, красота-то какая, а. Слушайте, а шлем почему на мне? Мой или нет? На мне мой шлем? Шлем воинов Ордена. Шлем Повелителя Титанов мне нужно надеть. Вот. Так и так. Ух. Комплект, мать его, сохранится. Охренеть. Да я просто Геракл. Так, ну что ж, телепортируемся к крепости Вулкана. Саурон, блин. Парень просто сел на лодку в поисках приключения, ё-моё. Так, давай уже ускоряйся. Поговорим с Игнатием там и так далее сначала. Слушайте, мне кажется, уже конец игры. Я не добью все-таки последнюю печать, да и незачем она. Армагеддон, да ну его в жопу. Ну, нет, не готов. Нет, поговорить с ним нельзя. Да и лед я не буду тратить. Нет. Ману, давай мне ману. Разряжай. Раз. Два. Три. Все? Да. Какой-то квест там был с двумя рыбами жареными. Погнали!
Так, кажется мне... Кажется мне, что давайте вот здесь закончим эту серию. И будем завершать игру уже в следующей, похоже. Всем спасибо за просмотр, всем пока.